Всем привет, друзья! Мы группа «Заточка», меня зовут Юрец, это мой близёхонький Илюха. Мы сегодня на стороне FM, немножечко сыграли для вас и сейчас немножечко потрещим. Группа «Заточка» существует с 2018 года. Мы за это время написали 2 альбома. Последний вышел в 2019, сейчас пишем 3-й. Жанр, ну, его даже не мы, кто-то обозвал его кантри-рэп, пусть будет кантри-рэп. Звучит прикольно. Ну, нам нравились всегда старые боевички, где во время титров всегда играет какой-то блюзец или какой-нибудь классный кантри. Я очень люблю Джонни Кэша, но и рэп мы очень любим. И поэтому на поверхности лежало, что это было бы неплохо скрестить. Все так, все так. Ну, это не кантри в прямом понимании этого слова. Это, ну, если уж так, значит, это стилизация под кантри старого доброго рэпа. Почему бы и нет. Насчет топов еще поживем, увидим. Ну, как бы такой задачи стояло. Ну, да. Забраться в топ. Просто есть материал, мы его записали и выложили. На самом в деле, свободном доступе, да, да, он лежит в интернете. На самом деле, это приятно, что... Как ты говоришь, такой не самый очевидный жанр. Многим людям нравится. Многие для себя, может, открыли, начали с него слушать нормальные кантри. Ну да, мы расчехлили уже нормальное количество концертов, что удивительно. В принципе, такое музло не для всех. Ну и, да. И, да. И, ну, оно как бы не для детей и не особо-то для взрослых. Ну, как бы, да, не для кого. Не для кого, да. Ну, концертов было целая гора в прошлой жизни, до коронавируса. И вот сейчас потихонечку расчехляем новые. Ну, просто «Заточка», название, мне кажется, подходит отлично группе. Оно и короткое, и емкое, и, в принципе, понятное, мне кажется, почему так группа называлась. Мне нравится думать, что... Я уже об этом где-то говорил. Мне нравится думать, что название — это такой отсеивающий фактор. Ну, кто-то смотрит, типа, «Заточка», ну, все понятно. Это вот это блатняк. Бутырка, «Заточка», это все туда. И дальше не слушают. И, ну, и слава богу, значит, с такими людьми нам не по пути. Если ты это преодолеваешь... и как бы вникаешь в музло, то там тебе что-то может понравиться. А если нет, ну, твое дело, браток. У меня есть ответ на вопрос про шансон. Я вот все время существования «Заточки» это хавал. Вот это все, ой, это какой-то блатняк, что-то там еще. А потом я сел, вот так посмотрел на все и вообще не понял, где блатняк. Ну, типа, где? Чё мы такого говорим? Типа, я просто перестал понимать. Я как-то что-то, да-да, ну да, наверное, что-то есть. А потом я понял, что ничего нет. Мы не говорим ни о чем, через что не мог пройти или не проходил обычный человек, не имеющий никакого отношения к криминалу. Да. По структуре это какая-то рок-музыка. Гитары, барабаны. Просто... От хип-хопа мои любимые вещи — это как раз сэмплирование, что ты отрезаешь какой-то кусок известный, делаешь его до неузнаваемости, переделываешь, и это все в аранжировку вплетено. Ну да, это в плане, ну, в техническом таком. Классическая схема. Да, хип-хоп. Хип-хоп-бит также у нас присутствует. И живые барабаны мы записываем, какие-то синтетические штучки, я не знаю. Вообще, мне кажется, что в 2020 году мыслить жанрами, типа, рок, я вот в том-то дело, что я удивлен. Я вот еще когда был совсем юным школьником, для меня уже не было, ну, там, в начале 2000-х, я прекрасно слушал русский рэп, там, Касту, Триаду, ну, из южных пацанов. Прекрасно слушал какие-то старые Led Zeppelin и современные по тем временам Мазафака, Корн, Limp Bizkit. Для меня все, я варился в этом котле. И мне бы удивительно было, что люди до сих пор, я захожу в комментарии, а там пишут, это не рок, позовите еще Гуфа, например, на нашем радио. Что это за люди, в каком они живут? Может, они живут в пузыре каком-то непонятном из «Короля Шута» и «Гражданской обороны». Потому что это люди, скорее всего, мои ровесники или младше меня. Или чуть старше. Ну да, где-то около, точно. Ну, а мне тоже не 9 лет. Я уже все уже на 40-е иду. Я всегда это говорю. Все наши песни мы пишем вообще как угодно. Вот любая схема, которая приходит вам в голову, как можно написать песню, вот она у нас была. Да, это такой стандартный вопрос, что раньше появляется, музыка или текст. Но всегда, и как я понимаю, у всех по-разному, да. Ну, и когда-то текст. Чаще, конечно, логичнее, когда есть музыка,
и ты что-то на нее пишешь, ковыряешь. У меня какие-то куча всяких заметочек, я их постоянно просматриваю и что-нибудь из них забираю. Илюха что-то присылает какую-то рыбу, и я на нее что-нибудь делаю. Потом уже аранжировка и все такое. Это чаще всего, но бывает по-всякому, по-другому. Вот была песня «Батя бьет маму», Юрец ее просто спел на диктофон под клик. И спел припев. Я на это сделал аранжировку, все, песня готова. Вот. И вот песня какая еще была? «Петь блюз», я прислал минус Юрцу, уже там был бит, бас и вот основная вот эта тема. «Петь блюз», да. И вот Юрец спел уже, отталкиваясь от этого. Да, то есть это работает в любую сторону. Да, про автозак, ты спросил, автозак я... Юрец сам сделал минус автозак. Была, сделал гармонию вот эту, так она и осталась всю песню. Ну да, я что-то какую-то херню какую-то, что-нибудь делал, да, Илюх это, переигрывает. Ну, такое, да. Я ехал, мы ехали из Казани, у нас был концерт, и я начал смотреть видосы, как всех бьют на митингах. Ну тогда это было еще до... Это снова актуально. До Беларуси, да. И я такой был, а у меня был другой текст вообще какой-то про что-то другое. Ну, вот на этот мотивчик там. Я был такой злой, я ехал в автобусе в Туровом, и я такой сидел и это, и все переделал прям там. И песня про любовь теперь. Да. К тому же у нас не было никакой песни про любовь, а теперь есть. Смотрите-ка, какое дело. Правило в основном действует такое у меня. Это не договор никакой, мы там по рукам не ударяли, но в целом правило действует такое. Заточка — это группа, которая о невеселых вещах говорит весело. Вот, типа, такой творческий метод. Типа, грустно об этом сказали уже все, и многие сказали лучше, чем я бы это сказал грустно. Поэтому хочется от этого отойти и делать что-нибудь веселенькое. Как говорит Илюха, надо делать музло, от которого хочется жить. Да, это на двух столпах стоит. Я согласен. Креатив абсолютно. И позитив. Абсолютно поддерживаю. Потому что музыку, от которой жить не хочется, другие люди сделают лучше, чем мы, гораздо. Ну, какой-то есть, да, там какой-то камертон внутренний, не знаю. Ну, что-то пока не наталкивался ни на что такое, что вот об этом, наверное, лучше не говорить. Опять же, мы в таком формате об этом говорим, что мы, скорее всего, как-то мягко пошутим на эту тему, поэтому вряд ли... Запретная тема, ну, какая-нибудь, например, поддержать какого-нибудь депутата, знаешь, вот если в таком ну, ключе... Ну да, наверное, какие-то... Но это даже не обсуждается. Если это не Джон Маклейн, только... Да. Да, тогда да. Ну, то есть какие-то политические, наверное, такие... Лучше, конечно, да, походить стороной в это нелегкое время. Мы так делали уже. Да, на первом альбоме, да, был материал, который нам не подходил, как нам показалось. Да, 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 такое было. Но это не, ну, не потому, что песня плохая, потому что чуть-чуть... Ну, ты слушаешь все, да, и что-то выбивается, и ты такой, давай-ка отложим. Да. Но такое бывает. Сначала очень всегда жалко, а потом думаешь, ну... Ну, как-то да, так, какие-то такие фильтры стоят, не, ну... Ну, это интуитивная штука, чисто, да. Да. Что нам, типа, но лучше, в целом лучше. Такое было, да, бывает, что мы что-то уже как что-то складывается, и это не идет дальше. Ну, все время, да, там 2-3 песни, которые не успевают доделаться к релизу или что-то. Или, чтобы доделать, нужно потратить там в 3 раза больше времени, и она может... На втором альбоме есть «Сам девчонка», первый куплет я написал во время выхода первого. Ну, типа, еще она могла туда заскочить каким-то образом. Но и там бы она, кстати, была не нужна, потому что она туда не билась там со всем остальным материалом. Наброски. Даже есть, будет фит. Мы это дело откроем для себя. Да, у нас будет первая совместная песня вообще с момента основания группы. Ну а что сейчас, мало ли, вдруг что-то не пойдет, а мы прообещались. Ну, лучше, да. Как бы уже все, в принципе, надо только записать уже на чистовик. Ну и к тому же такого неожиданного характера фит, поэтому еще больше поводов не трепаться об этом особо. А я даже не знаю, с девчонками, даже не представляю, с кем можно спеть. Ну, такое музло, да. Оно как будто бы мальчишеское, да, при всем уважении, ну, к барышням. Да, не хотелось бы так, конечно, думать, но как будто бы да. Вот Пинк могла бы спеть клево. Пинк классно. Да. Но ее телефон я потерял, он был в блокноте. Я при переезде оставил на старой хате. Современная музыка в России. Ну. Просто то, что лежит на поверхности, ну вот именно в топ-чартах, если зайти там в топ-чарт «Контакт», он сильно отличаться будет от iTunes. Да, точно. Поэтому
Я держусь от этого подальше, от конкретно от топ-чартов. У меня еще есть такая тупая особенность, когда меня спрашивают что-нибудь, назови что-нибудь там современной музыки, я никогда не могу вспомнить на месте, но я типа отслушиваю, отсматриваю на самом деле. Мне просто кажется, что я уже не целевая аудитория какой-то супер топовой музыки, но типа все равно больше любишь музыку в какой-то юности, но типа это то время... Да, когда ты более как-то впечатлительный в детстве, и, наверное, в тебя больше заезжает разного. И поэтому ничего удивительного, что какого-то условного Моргенштерна там я не слушаю, не потому что что-то с ним не так, а потому что он для меня ничего не написал. Это типа нормально. Ну вот из современных, например, Викинд, он же клевый. Викинд, ну а мы про русскую говорим. И про всех, ну почему? Викинд, понятное дело, классный. А русский кто из современных? Просто современных, сколько, 5 лет? А что-то 10? Артем Пивоваров из попсы, если мне нравится. Я еще его лично знаю. Артем Пивоваров. Это современная музыка? Да. СНГ. Да. Артем, привет. Наверное, всегда было время фастфуда. Я вот сколько помню... Еще даже 2000-е, конце 90-х, «Поющие трусы» было такое название, когда красивые барышни поют, ну, там, чужие песни. Ну, как всегда фастфуд. Не, ну, то, что канает. Музыка тяготеет к упрощению, это да, но это, скорее всего, нормальное течение. Ну, сейчас в целом проще делать музыку на компьютере. Вот мы все делаем в Logic, в одной программе, этого достаточно. То есть музыка стала доступнее для людей, поэтому нечего удивляться, что входной порог в нее, типа, соответственно, тоже... Это... Да, теперь в магазин не нужно идти за диском, за пластинкой. Не надо Она группу собирать, не надо уметь ни на чем играть. Влетает тебе, да. Просто сейчас в целом музыки больше, и да, поэтому в целом больше плохой. Ну, типа, да. Как это все... Не, что-то хейт к современной музыке, это что-то какой-то пройденный этап. Мне кажется, что вот эти вот старики, которые трясут там этими своими мощами. Потому что последние вот эти какие-то тенденции, как мне кажется, они все равно, молодые артисты себя в старом ищут. Вот мы с тобой разговаривали, Modern Talking, все вот эти 80-е басы. Какие-то вот эти гармонии. Ну, дальше такая эпоха гармонии, ностальгии, да. По всему, поэтому все равно вдохновляются чем-то стареньким, что-то оттуда берут. Ну, в какое-то время появляется несколько артистов, которых можно слушать, будучи старше их сильно. Ну, такое случается. Вот, например, этот, у него еще фит с Оззи Осборном, Пост Малон. Пост Малон классный. Да, он как бы играет там гармонии такие, как будто дед сыграл. Но при этом он современный артист и младше меня лет на 10 даже. Ну да. Но выглядит как будто на 10 лет старше. Выглядит как твой батя. Да. Угу. Пост Малон клевый. Рок и так все свое берет. Он на Земфире. Мы играли на фестивале недавно, «Стереолет» в Петербурге. Мы играли в один день, а во второй играла «Земфира». И там билеты разлетелись просто моментально. Рок взял свое в этот момент? Или кто взял свое в этот момент? «Земфира» взяла свое. Там еще техник умер. Ты в курсе? На фестивале? Не, на этом концерте умер техник ее. Прямо в процессе? Да. Кайф. Вот рок это, взял свое. Вот это рок в натуре. Он заберет твою душу. Рок в натуре взял свое. Будь поосторожней. Кайф. Из хорошего в современности стриминговые сервисы отлично работают. Музыкант, даже самый простенький, стал чуточку богаче благодаря стримингу. Ну да, значит, чуточку сосредоточеннее на своей музыке и ушел с завода. И значит, чуточку дела лучше вообще в целом получается. Ну, и мы же говорили, музыки стало больше, соответственно, больше стало говна, но по этой же логике больше будет и хорошего. Да? Зла. Поэтому все видео только... стало лучше, клипы стали доступнее сниматься, значит, больше контента. И артист не просто теперь как писатель песен, он еще как чуточку сценарист, режиссер, каскадер. Маркетолог вообще, ну, все, да. Все вместе, да. Так что в целом дела хорошо. Сильно лучше, чем было лет 20 назад в России, так это точно. Да, согласен. Ну да, мат в песнях — это тоже большая проблема для слушателя. Ну, это тоже пропускное такое, сито такое. Да, там видишь, сколько уже фильтров у нас, название какое. Юрец лысый, все думают, что точно бандиты сейчас шансон будут исполнять. И мат-перемат везде. Через сколько препятствий нужно перелезть, да, так чтобы что, если вы молодой вайн-блогер, братва, лучше не материтесь. Ну, если у вас это неорганично получается. Есть же люди, знаешь, которые где-то в каком-то месте блякнут. И ты такой, о, Господи Иисусе. Ну, нам, говорят, подходит материться, так что... Детям, наверное, я не рекомендовал бы слушать наше музло, хотя бы поэтому. А там и написано на обложке, что до скольки-то лет возрастной ценз, поэтому... Ну и вообще сейчас такая эпоха десакрализации. Надо, ну,
вообще от этого всего отстать, ну, как-то... Вот десакрализировались татуировки, например. Ну, вспомни, там, 20 лет назад, когда... 20 я беру по самой ранней мерке, там, 30 лет назад у тебя татуировка, ты сидел, скорее всего. Ну, да, 90-х там, конечно, это именно у всех впечатление такое, ну, типа, татуировки, мат. Молодежь использует мат просто потому, что он, ну, больше не сакральная никакая тема. Ну, то есть, все уже поняли все. Знаешь, типа, такое двустороннее лицемерие. Родители не матерятся при детях, дети не матерятся при родителях, а матерятся в итоге все. Эту тему пора просто, ну, отложить и все. Ну, ну был же закон, что в СМИ нельзя материться. Ну, в СМИ мы не материмся. Это какие-то отдельные специалисты сидят и выбирают. Ну, да. Разрешать, запрещать. Если разрешишь, тоже будут перегибы. Ну, это как, ну, сигареты. Ты как бы запретил, но как бы все курят. Ну, такое, знаешь, как бы вредно, но давайте будем продолжать. Так с матом. Ну да, Илюх, как будто, да, как будто прям зерно в том, что лирический герой такой, что он уже заявлен. Да, если бы мы пели про динозавров добрых и принцесс, вряд ли бы они матерились, там, хуй-хуй, жопу-хуй, говорила принцесса на розовом пони. Кстати, было бы, блядь, прикольно. Ну, мы, кстати, может, и напишем такую песню, что это... Сейчас накинул. Эту идею уже украдут. Надо быстрее писать. Ну да, лирический герой уже заявлен, и он уже в двух альбомах как бы присутствует. Ну, там, да. И уже, ну, ты уже ждешь от него, что он будет с тобой разговаривать на том языке, на котором он начал. Хотя это ни к чему, опять же, не обязывает. Ну вот так. Родители против. В нашей стране родители против таких, ну, нестабильных работ, как артист, музыкант, танцор. Обычно, да. Сколько-то времени проходит до того, как они смиряются и понимают, что ты кончен, и все остальное. Ну, мои родители до сих пор не смирились. Они больше рады, если бы я работал на «Газпроме», где 13-я зарплата и, не знаю... И 12-я зарплата, и 12-я нет. И молоко за вредность дают. Вот. С первой по 12-ю зарплату, в общем, где есть, там и классно. И отпускные, да. Я смотрел интервью со «Змеем» из «Касты», Ну, понимаете, да, о чем речь? И там, это, по-моему, интервью вышло, я, может, сейчас совру, ну, там, лет 6 назад или 7. И он говорит, что, по-моему, типа, что мне мама все еще говорит, ну, что, на работу нормальную себе найдешь, а это «Каста», на секундочку. Ну, то есть, так что, что о нас говорить? Я, ну, что-то, я в этом во всем с разной степенью интенсивности, типа, лет с 15, наверное. И уже тогда на меня в семье посматривали недобро. Вот. А сейчас все классно, и маме что-то нравится музло, она сама что-то там прошарила на ютубе, что-то все посмотрела, какую-то обратную связь мне постоянно накидывает, что вот это классно, а вот это так себе, вот тут классно сказал. Ну, то есть какой-то перелом произошел, да, слава богу. Я прям с детства, да, решил заниматься музлом и занимаюсь им всю, получается, жизнь. Ну, где-то в классе в 9 у нас уже была группа, мы ходили репетировать, если это каникулы. Ну, в Астрахани тепло, то это 2 раза в день репетиция. Ну, постоянно, в общем, у меня нет интересов, если честно, других, кроме музыки. Я каждый день сажусь утром, занимаюсь на гитаре, что-то делаю, какие-то аранжировки, что-то по чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-почуть. Но зато я не умею кататься на серфе, у меня нет уже там покорить Эверест задачи. Так, живу скучной жизнью музыканта, сижу за компом. Даже коронавирус и локдаун на меня никак не подействовал. Я занимался всем тем же самым, сидел дома у компьютера. Давайте, плохой пример, это я, братва. Я бросил универ, потому что мне неинтересно там. Я учился в музыкальной школе, мне там тоже было неинтересно. Это совсем не похоже. Музыкальная школа по классу гитары совсем не похожа на то, что вас ждет, ну, типа, в аранжировке, в записи, в студийной, в концертах, в репетиции. Там пальчиками, ну, может быть, там какая-то база была, но я эту базу нагнал у преподавателей очень быстро. У частных. Ну, это стоит денег, но преподаватели самые лучшие. Что еще? Что там еще нужно было сказать? Ну, нужно учиться или нет? Учитесь, да. Вам, может быть, это понадобится. А вы, работяги, учитесь. У меня мама такой старорежимный человек. И у нее, как у всех людей Советского Союза, был пунктик на образование. И если у тебя нет образования, ты умрешь в канаве. Просто в канаве. Я, кстати, да, я видел, как музыкант живет. Ну, и типа мы ходили на концерты, помогали продавать мерч, помогать с разгрузкой аппарата. И я видел, как одеты эти музыканты, на каком автобусе они приезжают. И это
совсем не вайн-блогер, который там рекламирует вам доширак в лучшем случае. Ну да, то есть это не за лучшей жизнью сюда точно идут люди в том поколении. Вайн-блогер рекламирует финансовые пирамиды какие-то, вот такие темы, куда ты вставишь, вкинешь, в общем, на лоха. Я всегда знал, что... Ну, это сейчас не очень там, может быть, как-то меня красит, надеюсь, мама этого не увидит. Я всегда знал, что, чтобы от меня отстали, надо получить образование. И ровно этот расчет сработал. Я получил образование, и моя семья, как вампир, укуталась так в плащ, пфф, и испарилась. И больше ко мне не было никаких. Но я расстроил своих предков. Да, братва, учитесь, не расстраивайте своих родителей. И я учился просто так хреново, вот насколько только это возможно. Меня, чтобы я не висел в списке на исключения хоть одну сессию, я вообще такого не помню. Там я просто полз к диплому вот так просто. И не было дня с тех пор, чтобы я в какой-то момент не подумал, спасибо, что я закончил универ в натуре. Господи Иисусе, спасибо, что это все закончилось. То есть, сейчас я чувствую, что что-то можно было от этого взять больше, чем я взял, 100%. Потому что я учился в универе, жил в общаге, и больше было вот этой общажной жизни, каких-то тусовок и прочего, и прочего. Можно было, наверное, как-то конвертировать это в чуть больше во все. Но я был молодой и тупой, поэтому ничего этого не произошло. Диплом где-то у меня есть, он где-то лежит, понятия не имею где. У меня диплом филолога, да. Я даже сколько-то недель на практике преподавал у 8 класса русский язык и литературу. Это было отвратительно просто. В обе стороны. Я был отвратительным преподавателем. Вы вот уже взрослые, там, да, уже курят. Да, ну, типа... Это и я и преподавал отвратительно, и мне это также не нравилось. Да, конечно, учись, братва. Короче, попробуйте от этого что-то взять. Там что-то есть, я вас уверяю. Как бы ни казалось с виду, что ничего за этим не стоит, что-то для себя можно вынести. И не ходите в универ... Без второго. Без пушки. Не ходите в универ, в который вы не хотите ходить. В натуре... С момент выбора образования подумайте, чем вы хотите заниматься. Занимайтесь чем-то прикладным, тем, что вы потом будете использовать в жизни. Попытайтесь хотя бы предположить, что это будет. Не надо идти в универ для галочки, чтобы диплом, как у меня, лежал хер знает где. Братва, везде нас ищите, кроме ТикТока пока что. Мы еще для этого слишком... Как это называется? Уже. Не еще. Уже для этого. Мы еще пока отбрыкиваемся. Ну вот. Да, но это и нас сломает, заточка поверьте. Рэп, да. Заточка рэп, заточка нижнее подчеркивание рэп, подписывайтесь. Приходите в на сайт, да, там всегда актуальная информация по концертам, по гастролям. Да. Не обязательно спрашивать, когда мы приедем в Новосибирск, под каждым комментарием. Потому что это, к сожалению, зависит не от нас. Подписывайтесь везде, мы везде действительно есть. Сам я больше всего использую, скорее всего, Инстаграм. Инстаграм, да, самое такое. Ну, Ютуб, понятно, что ты, он уже у тебя просто фоном... К телевидению, да, уже. У Ютуба стало слишком быстро работать авторекомендации. Стоит 2 видео посмотреть каких-нибудь, и у тебя вся лента, ну, да, в этом говне. Просто, ну... Дайте мне хотя бы 10 на эту тему посмотреть, тогда уже можно накидывать. Я даже платную сделал подписку на YouTube, да, чтобы вообще больше не видеть никакой рекламы, кайфовать от контента. Да. За время вот хочу еще раз поблагодарить коронавирус. Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет коронавирусу. Очень прикольную тему расчехлили музыканты из фирменных групп. Они начали показывать свои демо в своих, ну, digital workstation'ах. Просто показывают демо, как было, вот дорожки. Очень много интересного увидел, очень много чего подчерпнул. А мне из того, что нам подарил коронавирус, кроме кашля и воспаления легких, мне понравился у американских рэперов, у них формат появился versus. Не versus, а через Z, когда просто 2 известных, очень топовых исполнителя, какой-нибудь, ну, грубо говоря, там, Snoop Dogg, там, с кем-нибудь, выходят в Zoom оба и просто ставят по очереди свои треки.
И потом люди голосуют, кто из них победил. Типа батл трековый из главных хитов. И они сидят в растянутых пижамах каких-то просто у себя в подвале. Ну да, стали еще ближе, как будто суперзвезды. Да, да, это как будто даже сработало в плюс. Они так немножечко приоткрыли. Да, нащупали форматы всякие, даже вот эта доставка всего. Спасибо, доставка всего, кстати, поднялась вообще на коронавирусе. Ой. Я просто перестал ходить в магазин, а теперь сижу, только клацаю пальцем, ищу скидки, где подешевле кефир. Коронавирус. Не, мне из KFC постоянно. Мне просто смс-ки уже приходят от KFC. Чувак, 30% сегодня, ну давай. Крылышки. Крылышки, уф. Ну, ТикТок. Не, ну вот Андрей Малахов, конечно, им первым делом нужно туда ломиться, в этот ТикТок, чтобы еще немного свежей крови испить вместе с Киркоровым. Детской. Не знаю, мне неинтересно смотреть, как люди танцуют. Я видел в ТикТоке, только мне скидывали, когда какие-то взрослые женщины танцуют под нового шерифа нашего. О, да? И где мужик в бане сидит, поет нашу песню какую-то. Просто на полке голый поет нашу песню. Вот я типа такой, о, это прикольно. Еще и вообще не захочу какой-то. Да нет, что-то не даже не тянет. Столько соцсетей, хочется как будто меньше, чтобы их было порой. Ну да, чтобы было меньше, но они были посочнее как-то. А сейчас так распаляешься на все вообще. Ты и так в телефоне столько времени проводишь. Что-то, если еще ТикТок будет, я вообще перестану видеться с родными. Да, поэтому брошу завтракать точно. Да, поэтому ну его нахер. Пока. Я думаю, что он нас сломает тоже со временем. Мы не железные, мы не можем вечно держаться. Я, кстати, не припомню, чтобы от какой-то соцсети вот такой кто-то отбрыкивался, как, ну, вот, как от ТикТока. Из моей братвы, по крайней мере, все сразу. Ну, он, типа, кажется, на внешний какой-то такой поверхностный взгляд кажется чем-то примитивным, но говорят, что там что-то есть прикольное. Ну, там тоже какой-то контент делают люди. Ну, не знаю, мы пока не поспели, братва, для ТикТока, не обессудьте. Ну, мы пока на первой, да, получается, стадии? Не, у меня еще вот нулевая стадия, когда, типа, у меня даже неприятия категорического нет. Ну, мне... Ну, как бы есть он, есть, да. Ну, да. Да не, мы, конечно, друзья, абсолютно, братва, абсолютно братва, точно, братва, конечно. Да, но мы же не из шоу-бизнеса, у нас там нету там продажи алюминия, тысячи миллионов долларов, чтобы нас как-то этот... Дружба, конечно, есть и в шоу-бизнесе она есть, но к нам это отношение имеет поверхностное, потому да. Что, да, мы... Ну, мы стали раньше общаться, с 2014 года. Да, да, да. А в 2018 вышел альбом, поэтому... Ну, то есть мы, по-моему, не на почве музла даже начали. Сейчас ну да, как бы все равно про музло, но не про коллаборации, в общем, ну изначально да. Была речь. Сейчас такое время, что сложно сказать, что ты нигде не получаешь информации про политику, потому что она лезет изо всех щелей, и тебе придется... быть в курсе и придется ну, как бы иметь с этим дело в любом случае. Ну, что-то, конечно, на Ютубе, что-то я постоянно смотрю, что-то надо быть в курсе. Сейчас Беларусь лютует. Позиция по этому поводу, я думаю, наша очевидна. Ну, если слушать наши песни, я думаю, нет ничего не очевидного. Слушай, у меня, знаешь, есть такая позиция, что прилетает за что-то только большим артистам, суперзаметным. Знаешь, когда ты что-то высказываешься на большую аудиторию, ты и какой-то имеешь реальный вес, кто-то начинает этого опасаться, и тебя начинают брать за жопу. Да, и отменяют концерт там какие-то. Отменять концерт. И то потом все эти отменные концерты конвертировались еще в большие концерты, в большее количество людей. Ну, то есть это какая-то полгодика, да, соцпомощь какая-то. Я честно не думаю, что мне за что-то прилетит. Во-первых, я не думаю, что с меня вообще можно за что-то спросить. Ну, типа, все, что я говорю, в целом лежит на поверхности, и ничего такого в этом нет. За что, по-твоему, меня можно взять за задницу, например? Мы шутили, конечно, когда вышел «Автозак», что, типа, все, сейчас ее выпустим, и все. Но это не больше, чем шутка была. То есть всем было понятно, что это обтекаемо, это скорее какой-то юмор просто вот в этом сеттинге каких-то. И тогда тоже была вот эта волна митингов, что-то все жили, во всем этом варились. И я как-то просыпаюсь утром, и мне скидывают, что Навальный в Инстаграме процитировал «Автозак» там с самыми жесткими строчками. А, мне тоже скидывали, да.
И мне начинают писать все друзья, типа, приезжай, поживи у меня. Где ты будешь гаситься в ближайшее время? Давай, у меня есть дача в Подмосковье, приедешь в сарай, поживешь. Вот. Ну, даже тогда, если честно, это было не более чем шутка. Я не вижу почвы для предъявы мне. Цензурировать пока на эту тему ничего не приходилось, слава богу. И дай бог, чтобы не пришлось дальше. Ну, все нужно быть всегда аккуратным. Не, надо просто за метлой следить в целом. Вообще, не безотносительно политики, вообще в целом. Ну да. А так нет. Да, деньги, пыль. Вот и все. Деньги, пыль. Нет, когда было херово было в детстве. Я знаю точно, что у моей семьи был период, когда все было вообще шикарно. И я его едва-едва застал, этот период. Потом был период, когда все было плохо, и, ты знаешь, у меня остался две психологические травмы с этого. Мы с друзьями, которые с нашего района, мы это с ними обсуждали. Во-первых, кроссовки. У тебя была одна пара кроссовок на год. Ты в ней ходил на физру, ты в ней гулял, и в ней ходил зимой. Я сейчас ничего такого не говорю, чтобы все остальные люди не согласились с чем, потому что это, походу, вот... Да, у всех так было, в среднем, да, по России была вот такая ситуация. У меня была все равно сменка на физру, кеды. У меня были кеды, в которые я потом гулять ходил. Вот. И пока они у тебя просто не хотят есть эти кеды, ты не получишь новых. И с тех пор у нас и у многих из моей братвы из Тюмени, с этого района, у нас огромное количество кроссовок. Ну да, у меня в детстве было тоже. Мы тоже из Болгова мы недавно обсуждали, что была вторая обувь, и там какой-то сланец на лето. У нас в Астрахани жарко. Сейчас у меня 30, по-моему, или даже сильно больше. Весь даже просто в коробке, которых я не носил. Ну, тут ты куда-то подгребаешь все равно, типа, знаешь, что дай мне мое, обувь, давай. Вот. И второе, это более странный пункт из детства. Нам с сестрой приносили вот такой кусок вареной колбасы, ну, типа, такой толщины. И мы вот так вот его нарезали таким слоем, который просвечивал, чтобы как можно больше хлеба можно было с ним сожрать и наесться. Хлеб со вкусом колбасы. Да, это такое... И с тех пор, если я вижу вареную колбасу, я ее жру. Я могу съесть любое, блядь, количество вареной колбасы. Я ее просто не покупаю, потому что если я ее куплю, ну, я ее сожру сразу. Я просто, ну, я могу ее жрать просто голыми руками, без нихуя. Я поэтому, типа, ну, с ней не вхожу в контакт. Я понимаю, из чего это все сделано, все понимаю. Но я просто... И вот такая еще херня осталась. Это очень странно, но я вот за собой наблюдаю, что появляется вареная колбаса, я такой, так, в гримерке, ну-ка, расступитесь, пацаны. И все. Сейчас... По деньгам, не знаю, нет никакой конечной суммы, которой надо идти, нет ничего. Очень невероятно приятно, когда тебе платят за то, что тебе нравится. Это вот ты спрашивала, что порекомендуешь молодым. Вот это рекомендую молодежи. Стараться, да, получать бабло. Если вам нравится рекламировать всякую парашу, то, пожалуйста, да. Любые помои. То есть, когда бабло не цель, а стимул, ну, типа, когда ты что-то сделал классное, какую-то создал интеллектуальную собственность, и тебе за это, тебя напугали какими-то деньгами за это, ну, это шикарно. Это гораздо прикольнее, чем пойти в кассу за зарплатой, вот, которая вот просто тебе положена, потому что ты месяц здесь. Но порой был. Я тоскую по зарплате. Я тоскую по большой зарплате, которой у меня никогда не было, поэтому... У меня спокойно родители там что-то зарабатывали, покупали там мне джинсы. Но гитары и прочее я себе сам покупал уже. Я уже начал работать после школы, и у меня какие-то были все равно чуть-чуть по чуть там купить провод, струны. Ну, как бы, мы не жили за чертой бедности. Ну, и не было такого, у меня не было PlayStation, не было какого-то компьютера навороченного, только уже потом, в старших классах. Ну, как бы, обычная семья. Но мне, в принципе, много не нужно. Но у меня вот какие-то деньги есть. Есть. У меня тоже есть кроссовок очень много. А колбаса есть у тебя? Я что-то перестал колбасу есть. Да, если есть. Сейчас же. У меня очень много гитар. У меня в детстве была одна. А потом их уже 13 или 10, 12. Ну, просто я покупаю гитары. Кроссовки и гитары. Вот больше, в принципе, мне ничего неплохое не надо. Неплохое название для рок-группы, кстати. Да. Кроссовки и гитары. Кроссовки, кеды, туфли и гитары. Бухает бухлишка. Эти пацаны бухают. Это утверждение было, по-моему, он даже не спрашивал. Братва, мы против наркотиков.
Но синька чмо тоже. Да, по возможности от бухла надо воздерживаться тоже, потому что это не ничего хорошего. Но если вы видите в райдере у нас несколько бутылок вина и там полящика пива, то можете знать, за них можете не волноваться. Они в хороших руках, да. Нет, конечно, этот вопрос никак остро не стоит ни у кого, по-моему. Слушай, ну у нас на самом деле нет проблем с алкоголем. Я знаю истории, знаю коллег, музыкантов, где это реально, ну, это беда. Когда артист пропадает, он там в синем угаре по синей дыне устраивает какие-то концерты самостоятельные. У нас и у Анаконса точно таких проблем нет. Мы спокойно выпили, разбрелись по номерам, легли спать, и в 7 утра у нас выезд, и мы едем дальше в Уфу. Ну да, это всегда дойдет до того, что это будет тебе мешать 100%. Рано или поздно, да. Ну пока держимся. Не, мы трезвые все время концерты играем. У нас нет такой, ну, такого прикола пить до. Только если фронтовые 50 грамм вина белого сухого. Мое отношение то же самое, что и к жанрам в музыке. Если в 2020 году, на мой субъективный взгляд, тебе есть дело до того, что кто-то делает со своей внешностью, то да, ты не тем занимаешься. 40-летний мужчина заперт в теле 13-летней женщины. Да, то всем... Ну, как бы... Отрезай. Это... Есть хорошие хирурги в Таиланде, там тебя отрежут, пришьют, завернут наизнанку. Я реально пришел к тому, что мне просто нет дела до того, что люди с собой делают. Если ты чувствуешь себя увереннее, тебе круче с какими-то вот такими, с таким свистком из губ, там, делай, что хочешь. Угощайся, благо сейчас можно делать что угодно. И обратно вернуть потом. Потом, наверное, можно обратно, хер его знает. Так же, как татуировки, раньше раз и уже пострелять можно, машинка, все вычистить. Поэтому угощайтесь. Братва, если, да. Если чувствуете, это все на вашей, да. Если чувствуете себя увереннее, если живете в европейской части России особенно, где из-за этого вас не пырнут вилами, тогда давайте. Не всегда можно уехать по западней, и тебя там не пырнут. Ну да. Чаще всего уезжают, хотя уже пырнули вилами. Я в Петербурге впервые увидел женщина, мужчина-женщина, вот таких этих платформах. Мужчина-женщина? Женщина-мужчина, непонятно. Угу. Так что приезжайте в Петербург. Там есть комьюнити. То есть это не... Это может быть неприменимо ко мне или там еще к кому-то, но это выбор вообще каждого. Вот я здесь как-то максимально либерально на это смотрю. Делайте, что хотите. Главное, чтобы улыбались, понимаете? Вот в чем дело. Ну, это тоже моддинг, да, какой-то, да. Ну, татуировки какая-то все равно часть для меня, во всяком случае. Я вот сейчас смотрю так назад, оглядываясь, это точно часть какого-то протеста против. Ну, то есть я сделал татуировку первую, когда мне было 16. И я тебе уже говорил про мою маму и про мою семью. Ну, батя, понятное дело, был полояльнее к этому. Но я прям вот, мне 16 лет, у меня татуировка, вот, бля, я ни у кого не буду ничего спрашивать, я пошел, бля, и сделал ее. Ну, то есть, мне никакие санкции ни на что, ничьи не нужны. Ну, то вот такая, зародилась точно в этой сфере. У нас была рэп-группа «Навокаин», она называлась, и там было нас трое. И мы были так уверены во всем вообще, что мы пошли и сделали все одинаковые буквы «Н» на плечах, огромные вот такие. Я ее покрыл другой татуировкой. Не потому, что я... В честь «Навокаина» у меня, кстати, татуировка осталась, но другая. Я перекрыл ее не потому, что я не перестал в это верить, или мы перестали быть друзьями, потому что это мои братья все еще на всю жизнь. Я перекрыл ее, потому что она просто была сделана ублюдская. Я не знаю, чем там нас кололи, какой-то подошву плавили, какой-то... Жену сапогом, да. Там я... Только поэтому. То есть это просто смотрелось так, как будто я в натуре сидлый какой-то, поэтому... Бэтмен. Это Бэтмен. А что я набил самое последнее? Слушай, вообще понятия не имею. А, я набил ковбоя Вуди на икре. Показать не могу, потому что не закатывается. Но будь уверена, он там есть. Я не знаю, как Илюха, я чем старше, тем мне меньше хочется. Вот, видимо, это, знаешь, если тебя этот протест вымывает, ты такой, что-то больно, что-то долго, что-то дорого, что-то неохота, что-то... И этого ковбоя мне били 10 часов, я такой, все. Ну, что-то как-то все меньше и меньше хочется. Ну так, я что-нибудь мелкого бы еще где-нибудь нарисовал. Я запомнил такую фразу. Сейчас я скажу.
Мы когда придумали логотип вот этого ножа, это 100 лет назад, это до первого альбома, ну, вот в период. К первому альбому, да. Я на какой-то пьянке Илюхе говорю, что надо ее набить. Ну, я бы себе ее набил куда-то. И он мне сказал такую фразу, он сказал, вот выйдет третий альбом, и там набьешь. Ну, типа, что когда это станет уже, ну, чем-то действительно серьезным, долговременным... Третий, что даже это мало, мне не похоже. Ну, я оптимист, ну, ты был оптимист. Ты был пьяненький, скажешь, третий, пусть будет третий. Ну, мне, конечно, было похер, я бы себе и так набил. Но вот сейчас вспоминаю это, я думаю, так третий же альбом подходит, надо что-нибудь набить. Я думаю, что нож этот надо себе набить, да. Слушай, ну места куча еще всякого. Я еще полнею, место увеличивается. Место еще вообще. Это как-то альтернативная тусовщина, и все, что связано с гитарой, и с роком, и со всем это как-то подразумевает какой-то пирсинг, какие-то синявки и прочее. Детям я не советую. К татуировкам я отношусь как к открыткам. Я помню, когда я что наколол. Все у одного мастера. Мы встречаемся периодически, вспоминаем. Такие открыточки из прошлого мне прилетают. Я начал их делать уже совершеннолетним, типа 18. Еще когда мастер делал у себя дома, и мы там пили коньяк, веселились. Всякие такие истории вспоминаем. Такие открыточки долетают. Классно. Но дети, если вы просто лет 5 назад, дети начали делать татуировки сразу на лице. Да, кстати, это и прикольно. В наше время ты начинал с каких-то закрытых мест. Да, ты начинал с тех мест, где меньше всего заметно, и потом продвигался. А сейчас сместилось все. Сейчас тоже непонятно. Сейчас, может, уже и не модно татуировки делать. Точно, да, наоборот. Да, там начинают сразу щек, шей, а потом... А там-то никто не видит, зачем... Ну да, да, зачем портить и пальцы, и прочее. Да, ну я про другое. К татуировкам по-другому отношусь. У меня было немного отношений. Я еще, знаешь, типа так как-то перетекал из одних в другие. То есть не было такого какого-то промежутка, когда я вот 2 года, типа, один, 5 лет я один, вот как-то так все время. А когда я был молодой, я просто был дурак, ну, как все. И я, как свойственно дураку молодому, рано женился. Когда еще... Во сколько ты? 22, что ли. И, конечно, я вообще и изводил свою жену. Ну, я, короче, вот все вот эти присущие молодому, неуверенному в себе какому-то дураку, какая-то ревность, что-то такое, конечно, я думаю, что я это все дико всячески портил. Что со мной случилось хорошего к нынешнему моменту, я супер успокоился. Ну, типа, я вообще для себя многое понял, и я прям спокоен невероятно. Чтоб я начал орать, ревновать, и приезжать, следить, хватать тебя за грудки, это я просто не знаю, что. Я гипотетически эту ситуацию не представляю. Я самый спокойный человек в мире, официально вообще. Вот сюда. Все вопросы по спокойствию вот к этому человеку. Я просто, у меня исчез вот этот дебильный нерв из отношений. Не положительный, прикольный, а вот этот, когда вы все, блядь, вот сейчас еще кто-то слово одно скажет, начнется, блядь, драка. Вот такого вообще больше нет. Я прям как-то супер успокоился, я перестал быть агрессивным, ревнивым, что-то я прям... Вот для меня я сейчас вообще в идеальной своей форме, ну вот в плане отношения к своей женщине. Я прям сейчас... Со мной немного проблем, я думаю. Вот. Была у меня однажды цыпа. Мы думали с Дашкой в этом году пожениться, но я уже сделал предложение, но решили на следующий год перенести, потому что... Потому что я еще подумаю. Потому что этот год просто, ну, вообще какой-то не тот год, который хочется. В отношениях я все время подолгу. Ну, типа, у меня нет никаких баечек интересных о каких-то свершениях. 40 жен, такого нет. 30 уже мертвых. Да. Синяя борода. Что Дашка, это мой, как это называется, боевая подруга. Как бы, когда вот мы переживали вот этот локдаун, я сидел, играл на гитаре целый день, жужжал. А это же, ну, сама отработка какого-то материала. Это медленно, пищачие звуки на электрогитаре. Ну, кто занимается на гитаре, тот поймет. Ну, и Дашка приняла это как-то спокойно. Мы ни разу не ругались, хотя мы живем в однушке. Наверное, это главное, чтобы была боевая подруга. Чтобы понимала, когда нужно
когда нужно меня прессануть, чтобы я вынес мусор и помыл посуду, а когда нужно немножко дать мне пожить, в гитаре пожужжать, повозиться на скрипучем кресле. Так, помимо колбасы и кроссовок, ты что, не оставляешь мне вообще никакого выбора. Это то же самое, что с кто из современных исполнителей. Я очень тупой, когда мне надо отвечать на вскидку и сразу что-то умное. Я тоже уже думаю, что-то вообще даже не могу нащупать. Наверное. Ну да, и чем меньше вообще вещей тебя по жизни бесит, тем... Не, вот бесит, когда холодно. Ну что это такое? Тебя прям бесит, ты такой, сука! Не, ну не так, чтобы я прям хватал, ну просто вот мне не нравится, когда холодно, когда долго ждать что-то надо. Но это, мне кажется, вот такое обычное у всех. Никто не любит мороз, все любят в тепле сидеть, на песочке. Видимо, ничего такого сильных эмоций у меня ни к чему нет. Да-да, как-то нет. Спокойно живется, ну, без этого. Если бесит, отпусти там или что-то, какой-нибудь. Если мне нравится. Мысли Джокера, да. Друзья, мы не докатали наш альбом. Мы успели проехать всего ничего с нашим альбомом до того, как начался этот адский замес с коронавирусом, беспонтовым. Вот. И поэтому сейчас мы его докатываем. И, безусловно, самыми большими концертами, которые предстоят нам, это будет 21 октября Санкт-Петербург. Аврора. Аврора. И это будет 6 декабря Москва, Известия Холл. И туда мы категорически зовем точно всех. Потому что вроде как эти концерты состоятся точно. Ну, то есть мы... Не упоминаем больше, потому что ситуация в регионах очень разная с разрешением на мероприятие. Поэтому да. Звать куда-то вас еще, это опасно пока. Поэтому дождемся, что к этому времени будет. Но Москва, Питер, насколько нам известно, состоятся точно. Поэтому туда приходите, и там будет классно. Мы молодая группа, и у нас просто все песни нетленки. Мы играем все, что есть на двух альбомах. Мы отличаемся тем, что мы поем вообще все. Если ты пришла на концерт, ты услышишь все. Но когда выйдет третий альбом, с каким-то придется попрощаться. Да. То есть, ну, что-то мы подрежем точно. Так что, братва, приходите, иначе потом вы не услышите пару-тройку песен. Кстати, да, получается, в этих больших городах это последний вариант услышать все, что у нас есть. Да. Потому что потом мы завыбираем, будем капризничать. Потом начнут выходить синглы, кто-то из программ будет вылетать, что-то будет добавляться, а там уже и альбом третий. Так что, братва, приходите. 21 октября, 6 декабря. Весь коронавирус мы писали новый альбом с Anacondas. И он получился реально трек-лист длинный, как моя нога. Просто в современном мире столько песен не бывает на лонгплеях. Пацаны не пожалели, насыпали просто да. От души. Если мы все успеем записать и свести, то будет очень много всего. Альбом выйдет. Две группы выпускала по релизу. Получается, альбом «Anacondas», альбом «Заточки». Альбом «Заточки» и EP «Anacondas». Это 18-й и 19-й год. Ну да, тут тоже надо с пониманием относиться, что ну, человек в мыле работает. Да, это не так сложно, как может показаться. На два цеха. Но, конечно, да, конечно. То есть, поэтому сейчас, например, «Anaconda» пишут альбом, уже усиленно пишут. Не в смысле там, давайте придумаем что-нибудь. Ну да, уже больше половины материала пишут. Уже записано, все на чистовую. И поэтому, конечно, я сейчас играю в Sony PlayStation, ковыряю в носу. Red Dead Redemption, я прошел, слава богу. Вот. Надо было приберечь на ваш альбом Red Dead Redemption. Я стою в очереди с этим, с квитком, но когда они закончат... Не, ну потом встанут в очередь пацаны, да, я этого молодого человека возьму за жабры, вот так сразу. И все. И мы будем усиленно все это писать. Я к тому, что, ну, с пониманием относитесь к таким вещам, дорогие друзья. Так это вообще молодая группа. Как говорил Чача, группа начинает быть молодой после 10 лет. А до 10... Перестает быть молодой? Начинает быть молодой. А до этого это так, дух там, запах. Ну, тогда татуировку сделаешь себе. Нет, уже базар был, давай не переобувайся. Я очень завидую... Я много знаю их, и кого не знаю, за многими слежу, взрослым дядькам прям, я имею в виду по-настоящему, не взрослым, там, да, мы это, кажется, обсуждали, 5, да. А по-настоящему взрослым дядькам, из которых прет, у них есть амбиции, они что-то, я сейчас сделаю это, а давай сделаем так, и сделаем вот так, которые прям этим живут, и очень бы хотелось пополнить со временем их ряды.
ну, мне, я говорю за себя, мне бы хотелось, чтобы через 10 лет, когда мне будет, сколько мне будет, 43, чтобы, да это вообще возраст, чтобы типа, я, да, чтобы я был вообще еще в форме, в деле, и у меня было что сказать. Никто, разумеется, не может ничего загадывать, но хотелось бы ориентироваться вот на такого рода людей. Да, в это нелегкое коронавирусное время лучше не загадывать. Но через 10 лет это вообще легко, я себе представляю, так же на сцене. Мне будет 40 лет, это сопляк. Ну, студент, я, может быть, только шпагат научу сделать. Ну, или... Задорнов позже научился даже делать шпагат, по-моему. Ну, он и раньше закончил его делать. Так и знал, что сейчас про это поднимется. Ну... Да нет, вот у меня, кстати, никогда здесь не было амбиций каких-то мирового господства и прочего этого. СНГ вообще, мне кажется, нас понимает сильно лучше, парни из СНГ, чем какой-нибудь брюссельский тинейджер. Нет, ну, конечно, в каком-нибудь подвальном баре в Мемфисе я бы поиграл что-нибудь, но... Ну, это больше фановый какой-то, да. Это для себя, а не для людей. Ну, то есть, я так понимаю, как ачивмент, что... типа, получить. Ну, да. В этом баре Билли Боб Джексон первый раз укололся, и мы там же сыграли концерт. Это прикольно. То есть, да. Музло писалось, конечно, не для этого, не для этих людей. Как, ну... Но мы это можем в любой момент сделать, этот тур по американским барам. Это... Ну, есть, да, там знаем как будто, человечка, там который как будто нам не, все не, это... Да, да, не так это все, трудно. Это несложно, да. Просто, скорее всего, мне кажется так, чтобы кайфануть от этого музла, необходимо его понимать. Иначе это только какой-то половина, ну, да, половина кайфа. Это же сначала это хиппи-хоп, а только потом блюз. На хиппи-хопе неплохо бы за текстом, да, успевать следить. Похожего нет даже в мире. Что уж там России. В России. Ну, есть люди с гитарами, есть рэперы. Да, это похоже, но типа, ну вот, я спрашиваю, что ты имеешь в виду. Что-то не приходит в голову. Может, я просто не компетентен, хотя не должен. Не, ну, говорят, что мы похожи на Нагана. Ну вот, наверное. Ну, если... говорили во времена первого больше альбома, когда и аранжировочки были поскромнее, и рэпа было побольше, и вокала было поменьше. Вот тогда, я помню, говорили, что после второго кто-то и снова такую тему поднимал, я не помню, слава богу. Не, ну как обычно, злые языки говорят, что мы все украли у Yellow Wolf и Everlast. Но это же достаточно просто послушать, чтобы понять, что это вообще не похоже. Самое главное в жизни — это не болеть. У Илюхи очень коронавирусный привязан. Все же коронавирусный выпуск, просто я так замерз, братва. Если вы смотрите это на голубых экранах, то мне прям ногам холодно, и руки просто посинели. Я думал, как бы не заболеть и не пропустить все концертики. Я повторю то, что я уже говорил. Мне кажется, самое главное в жизни — заниматься тем, что тебе по кайфу. Если у тебя это будет... И ты будешь здоров при этом. То... вероятность того, что ты будешь счастлив, очень велика, как будто бы.